Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Многие владельцы этого имени уже научились правильно проектировать и менять свою жизнь по их усмотрению. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква С в этом имени означает здравый смысл. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Значение буквы П в имени определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и склонность к философским размышлениям. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Обладатели буквы П в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Люди с буквы Т в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Носителю этого имени свойственна самостоятельность и объективность. Эти качества для жизни хороши, даже очень нужны. Иногда эти люди боятся обидеть интересы других, что идет вразрез с их собственными позициями. Такая деликатность и податливость может помешать достичь нереальных высот. Звук О не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.